еще. Дорогие друзья, как вы видите, на нашей уютной сцене появился квинтет артистов Калининской государственной филармонии. А это значит, что все музыканты в сборе, и мы можем начать наш очередной традиционный концерт со странным продолжением названия «Концерт в концерте». Я каждый раз пытаюсь как-то по-новому объяснить, что это за интересное событие, потому что традиция началась много лет тому назад. Мы уже сбились со счету, который он. Не то восьмой, не то девятый. В общем, короче говоря, традиция древняя. Вообще слово традиция — это хорошая штука, потому что все мы, музыканты, так или иначе заняты традиционным искусством. Вот, наверное, это и хорошо, потому что школа все-таки должна заложить какие-то устои и основы, а уже потом со свободой в душе можно экспериментировать и эти самые традиции продолжать, нарушать, ломать и создавать новые. У нас традиций тоже много. Вот наша традиция — концерт в концерте. Ну, дело в том, что на заре этой самой традиции действительно под словом «концерт» подразумевалась такая милая игра слов. Потому что концерт — это, во-первых, собрание, в котором мы с вами все присутствуем. Это замечательная дореволюционная формулировка, она мне очень нравится. «Пойти в концерт». Сейчас мы говорим «пойти на концерт». То есть, вроде как концерт где-то внизу, а мы где-то сверху. Да? Раньше говорилось «в концерт», и мы вроде как получали вот это единение в музыке, с музыкой, находясь внутри вот этого звукового пространства. Ну, и плюс еще второе значение, которое озадачивает всех музыкантов, потому что концерт в классической музыке имеет еще второе значение, некое соревнование, состязание солиста неким ансамблем или оркестром. С оркестром чаще, с ансамблем реже. Но, как вы понимаете, оркестр нам сюда ну никак не всадить. Вот, а сцена филармонии — место такое, куда пробиться не так легко. Поэтому у нас вот такой оркестр, да, под очаровательным названием «Квинтет», то есть 5 человек, собственно говоря, да, все музыканты перед вами, пользуясь случаем, как раз и представлю наш состав квинтета. Здесь есть люди, которых мы много лет видим. Да, а кто-то меняется время от времени. Да, у нас первая скрипка — Ирина Значко. Евгения Дивиденко в конце второй скрипки. Альтист наш бессменный — Денис Дорофеев. Ольга Дорофеева — велочелистка. И наш глубокий бас, контрабас — Илья Романов. Вот с кем будут концертировать и состязаться наши юные музыканты. Так вот, концерт, собственно говоря, это музыкальное произведение, где эти партии между собой находятся, ну, не в ссоре, конечно, но и не в ладу, а в диалоге. И вот таких концертов было написано очень много. Для скрипки с оркестром, для флейты с оркестром, для фортепиано с камерным оркестром, то есть с маленьким, уже на полпути к нашему составу. Но потом оказалось, что концерт все-таки это мощно, а участники наши все молодеют и молодеют. Поэтому, кроме, собственно, концертных произведений, стали появляться другие номера в программе, которые тоже написаны для солиста с сопровождением, скажем так, или с аккомпанементом, или с поддержкой замечательного нашего квинтета, но уже не принадлежат концертному жанру. Но это очень яркие пьесы, которые образуют, опять-таки, уже какой-то обновленный концерт в нашем концертном собрании. Вот как-то так. Откроют программу выступления ученицы Ольги Валерьевны Фроловой, Маши Худяковой, где у нас Маша, которая исполнит два экосеза Франца Шуберта в ансамбле с преподавателем. Франц Шуберт, два экосеза. Thank you.
некоторых произведений мы делаем концерты. Некоторые произведения никогда не были концертами, но очень близко к ним стоят, потому что дальше будет знаменитая музыка. Будет два номера из сюиты Баха «Си минор». Ну вот минуэт – это так что-то абстрактное для нас, старинный танец, который, в общем-то, перестали танцевать лет так 200 тому назад массово. Ну вот теперь его знают не все. А вот финал сюиты Баха «Си минор» знают все, правда, почти никто. Или немногие знают, что это не самостоятельная пьеса, да и, честно говоря, называется она не так, как мы ее называем. Бах написал по-итальянски «Бодинере» и не перевел. Переводы вообще бывают разные, но в России ее знают как шутку. И, по сути дела, это написание для оркестра, а для солирующей флейты с, опять-таки, небольшим оркестром. Поэтому вполне закономерно в нашей программе минуэт и шутка из сюиты «Си минор» Иоганна Себастьяна Баха. Играет Ольга Согур. Класс преподавателя Романовой Юлии Владимировны. Все будет честно. Дело в том, что я еще скажу об этом несколько слов позже. Проблема чему, как и на каком материале учить детей, вот это была большая проблема для музыкантов. Долгое время считалось, что музыка такая штука для взрослых. Как они учатся играть эту музыку, не очень понятно. Но вроде как детям всегда неинтересно играть непонятно что. Поэтому в 20 веке эта проблема исчезла, композиторы перестали бояться писать для детей. И профессор Киевской консерватории Исаак Беркович за время своей работы, а до консерватории он 20 лет проработал еще и в музыкальной школе, он хорошо знал, как дети воспринимают игру на рояле, он успел написать много именно детской литературы, которая вроде бы серьезная, настоящая, но чуть-чуть игрушечная, как такие вот модельки, что ли, автомобильные. Да все настоящее, но все маленькое, но очень правильное. Вот такие вот концерты для фортепиано и струнного оркестра у Берковича есть. Их целых три. И финал второго из них сегодня прозвучит в исполнении Аркаши Ухлинова. Класс преподавателя Ольги Валерьевны Фроловой. Итак, Аркадий Ухлинов исполняет финал второго концерта Берковича. Thank you.
достаточно знаменитый концерт и тоже не очень знаменитого, хотя хорошего автора, который тоже проработал на одном месте очень немалое время. Вообще, надо сказать, сегодня такое сочетание имен и биографий в концерте совершенно потрясающее. Кто-то охватывал своим талантом, своей одухотворенностью весь мир, ну, буквально, а кто-то честно делал свое дело почти что на одном месте, как Беркович, да, в Киеве. Ну, и венгерский, немецкий и венгерский скрипач Оскар Ридинг тоже проработал, в общем-то, в Будапеште в опере больше 30 лет. Вот. Причем сразу был приглашен туда на должность концертмейстера оркестра, а концертмейстер оркестра — это человек, который играет партию первой скрипки, так что у концерта тоже концертмейстер есть, ну вот, как вы понимаете. И, собственно, человек так вот и работал, и писал в основном для скрипки. Ну, пожалуй, из всего, что он написал, наиболее любим публикой как раз си-минорный скрипичный концерт. Первую часть этого концерта сейчас сыграет Света Сокур, класса группы Александры Романовой. Оскар Ридинг, концерт си-минор. Этот романс был написан, там столько бурных событий революционных, что конкурировать с музыкантом уже не надо, там и так все очень сложно, потому что, в общем-то, да и как любая музыка Шостаковича, вот, она всегда внутренне очень глубока и напряженна. Да? Роман Дмитрия Дмитриевича Шостаковича исполняет Эвелина Лоймаева, класс Галины Ивановны Рудаковой, и струнный квинтет артистов филармонии. Thank you.
программу, понял, что, думаю, чего не хватает. Потом понял, дело в том, что в жанре концерта, как правило, одна из частей, скажем, пишется в форме рондо, что в переводе означает круг, и одна тема какая-то музыкальная ходит по кругу, возвращаясь три и более раз. Ну, а у нас фамилии в программе ходят по кругу, вот, поэтому уже второе появление музыки Франца Шуберта в сегодняшнем концерте, На сей раз прозвучит детский марш Шуберта, который исполнит Даниил Казначеев в дуэте с педагогом Татьяной Ивановной Мозгиловой. И, конечно, струнный квинтет. А, Шуберт, детский марш. Учебники, справочники, смотрят на даты жизни композитора, говорят, почему так мало. Ну вот этот вопрос сегодня тоже у меня возник и в связи с Шубертом, там получается 31 год, вот, и в связи с еще некоторыми героями нашей программы, которые тоже как-то так получилось, что музыки написали довольно много, стали известны, но прожили не такую долгую и счастливую жизнь, как, может быть, хотелось бы. Ну вот, и следующий герой нашей программы, это русский композитор Василий Калинников, очень яркий, вот, начинавший как духовный композитор, да, окончивший семинарию, знавший тонкости духовной музыки. Ну, потом стал сочинять уже и более развернутые произведения, но тоже весь его жизненный путь как-то уложился в неполных 40 лет, даже меньше. Грустная песенка Василия Калинникова продолжает нашу программу, исполнит ее Софья Штопнова. Да, класс, Людмила Галатанцарева и струнный комитет. Музыка Василия Калинникова. Thank you.
одно возвращение очередной фамилии из программы снова, Иоганн Себастьян Бах. Ну вот тут музыка, по поводу которой, ну не то чтобы спорят, с ней все как раз понятно. Вот, но у нас в школе есть такая традиция у пианистов, такая форма экзамена, коллоквиум, собеседование на важные темы, связанные с фортепианным искусством. Вот там я помню этот вопрос, он, я думаю, сохранился, он давний вопрос такой, многолетний. Педагогический репертуар Иоганна Себастьяна Баха. Дело в том, что Баху было кого учить. Собственных сыновей, знаменитых впоследствии музыкантов, супруга Анна Магдалена Бах, для которой он тоже кое-что пописывал временами. Иногда списывал чужие пьески, а иногда и сам сочинял, когда это легче было. И вот так называемые инвенции и симфонии Баха, в общем, тоже относятся к этому учебному репертуару. Вроде как сочинял скорее для тренировки навыков игры на клавишном инструменте. Так что в череде учебных концертов вот еще и такая музыка, но правда, Иоганн Себастьян Бах писал музыку для двух или трех полифонических партий, для двух или трех независимых мелодий на одной клавиатуре у одного исполнителя. Ну, а у нас один волшебник, про которого скажу потом, постарался превратить инвенцию Баха в произведение для солиста с квинтетом. Итак, Маша Савандер играет инвенцию Баха фа-мажор. Класс преподавателя Ольги Валерьевны Фроловой. Аренский. Надо сказать, что в чем-то судьба его была схожа с Калинниковым, а в чем-то нет. Потому что Калинникова здорово поддерживал Николай Андреевич Римский-Корсаков, хотя первую симфонию он его разругал, сказал, тут не по правилам. Вот. И Калинников дальше уже сам по себе стал сочинять. А с Аренским они достаточно дружили. Вот, Римский-Корсаков пристроил его в консерваторию профессором. В общем, тот прекрасно вел там теоретические дисциплины, которых так боятся дети. Вот, и студенты в те времена тоже боялись. Ну вот, в итоге Аренский сочинил много такой проникновенной лирической музыки, как-то его на песенность очень сильно тянуло. Он, кстати, прославил Карельский край, одним из первых обратившись к карельским темам в своей музыке, и весь мир знает фантазию на тему сказителей Рябининых, а эти мелодии были у нас заранее записаны. А сегодня звучит незабудка Антония Аренского, играет ее Настя Мастинникова на скрипке в сопровождении квинтета, преподаватель Царева Людмила Эдуардовна. Антония Аренский, не забудьте.
говорили о традициях, концертных собраний, о традициях концертного жанра. Знаешь, ну, вот еще одна традиция, которая как-то закрепилась у музыкантов. Ну, это, видимо, даже не традиция, потому что не каждый мог такое подхватить, но были люди, которые, обращаясь к музыке для юношества, к музыке концертного жанра, кстати, тоже, они как-то передавали то, что умеют другим, да, собственно, Оренский, преподавая в консерватории, я сам по его учебникам еще учился, ну вот так что они до сих пор не потеряли ценности. А вот следующий герой программы вообще удивителен. Это немецкий композитор Георг Фоглер. Композитор, который в юности тоже получил духовное звание, мог бы быть священником, каким-то церковным певчим, но занялся игрой на клавишных инструментах, преуспел настолько, что сначала изобрел переносной орган, оркестрион, вот, и играл на нем, писал для него произведения. Потом состояла придворная служба, как того требовала, в общем-то, жизнь конца 18-го, начала 19 века, умудрялся тоже все время устраивать какие-то музыкальные новинки, и еще везде, где он бывал, он открывал музыкальные школы. То есть, если так вот посмотреть, да, работал в Мангейме. Ну, Мангейм – знаменитое место, музыканты меня поймут. До сих пор, в общем-то, Вена и Мангейм вырывают друг у друга пальму первенства. Кто же был первым в открытии и внедрении в музыку таких слов, как симфония, соната, концерт, кстати, тоже. Да, кто-то говорит, да, это было в Вене, кто-то говорит, нет, это было в нынешней Чехии, в Мангейме. Ну, вот тогда получается, что и Фоглер причастен к становлению классической музыки. Да? Открыл музыкальную школу. Изобрел новую систему постановки пальцев на клавесине. Это наша любимая аппликатура, дорогие мои, музыканты в теме. Ну, вот. Заодно учил детей каким-то теоретическим вещам. Переехал в Мюнхен, открыл музыкальную школу. Ездил в Париж, во Францию, в Испанию, в Грецию, Армению, Африку, Азию, Гренландию. Потом работал в Швеции, в Стокгольме, опять открыл музыкальную школу. Потом вернулся в Германию, в Дармштадт, там открыл очередную музыкальную школу, в числе учеников которой были прославленные впоследствии композиторы Вебер и Мейербер. Оба боготворили Фоглера, которого в то же самое время жестоко ругал Моцарт. Вот Моцарт, знакомый с музыкой Фоглера, в общем-то, они современники, говорил, что это плохая музыка. Ну, тем не менее, 200 лет она пережила с лишним, так что судить нам, потому что вторая часть концерта Фоглера для фортепиано с оркестром сейчас у нас и прозвучит. Играет ее Алиса Маркичева, класс преподавателя Валерии Махаловой, и струнный квинтет в роли оркестра. Thank you.
ощущение, что, если я правильно помню, все-таки Фоглер этот концерт написал уже после смерти Моцарта. Так что я думаю, что с этой музыкой Моцарт еще не был знаком, поэтому и ругался на Фоглера. Хотя в 1788 году, когда Фоглер был в Петербурге, а в Петербурге он тоже был, его музыку послушал один довольно известный музыкальный критик. И, в общем, изругал бедного Фоглера тоже на все корки, сказав, что он плохо сочиняет для церкви, он плохо сочиняет для органа. И дальше гениальная фраза. Как толкователь чужих сочинений, он их произвольно изменяет, дополняет, путает и передает не так, как хочет автор. А как учитель композиции, он дает общее правило, делающее сочинение невозможным. Ну, текст, выдающий явно не музыканта, а именно литературного критика музыкального, потому что, в общем, это очень здорово, когда тебе дадут общее правило композиции. А детали, пожалуйста, пиши так, как хочешь, да, это твое право. Как раз это не подрезает крылья и дает свободу. Да? Опять-таки, если толкователь чужих сочинений передает их не так, как хочет автор, это тоже нормально, у музыкантов это называется вариацией на тему. Далее подставляем нужную фамилию и наслаждаемся. Ну, вот здесь вот, собственно, и открою маленькую тайну, потому что то, что сегодня звучит, не стало бы концертной музыкой без одного замечательного человека. Без нашего композитора. Ну, чуть не сказал школьного, но человек не школьного масштаба. Да, это Полина Викторовна Крышень, которая известна нашим девчатам из хора, потому что они поют ее музыку. Вот, которая делала вот эти самые переложения самой разнообразной музыки для фортепиано, скрипки, флейты и квинтета, да, превращая даже инвенцию для одного музыканта в целую оркестровую пьесу. Вот. Так что вот она как раз такой композитор, который дает правила сочинения и не мешает их развивать, и которая замечательно работает с чужой музыкой, находя в ней что-то живое. Ну вот, ну тоже еще вернусь немножечко к этому. А сейчас, к чему я все это говорю-то? Можете считать, что все это было не всерьез, потому что еще одна шутка Иоганна Себастьяна Баха, тоже прошедшая через руки нашего композитора, который ее истолковал, теперь уже играет фортепианный ансамбль. Да? Надежда Грачева, Мария Клевина, класс ансамбля Светланы Петровны Варламовой, Иоганн Себастьян Бах. Шутка. В общем-то, та же самая. Точно обозначить с точки зрения жанра, нередко и в Европе, и в России называли таким не очень понятным словом дивертисмент, которое так потом расходилось довольно широко. Ну вот и шутку, в общем-то, можно было бы примерно так назвать. Да? И у Моцарта есть подобное произведение. Перевести это слово как-то однозначно довольно трудно. Главное, что оно популярно, и когда мы говорим о музыкальном жанре, мы примерно представляем, что будет. Вот и один из педагогов Московской консерватории, Игорь Фролов,
работавший там тоже долгие годы, писавший для скрипки, которую преподавал и любил, тоже написал дивертисмент. Вот сейчас дивертисмент Игоря Фролова и прозвучит в нашей программе. Исполняет скрипичный дуэт Милана Хемеляйна, Дарья Исатова, класс преподавателя Романовой Ольги Александровны и струнный комитет артистов филармонии. Вечером у большого квадратного экрана. Прямоугольного. Да? Ну вот, потому что, ну, даже если ее не назвать, ее все, в общем-то, узнают наверняка. Но хотя тоже у нее довольно хитрая история. Но прозвучит увертюра из целой серии телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Вот, если так напрячь память, то мы вспомним, что автором этой музыки был и остается Владимир Дашкевич, композитор, который, несмотря на солидный возраст, 81 год, продолжает творить музыку, в том числе и для вновь выходящих фильмов, и который, в общем, наверное, написал едва ли не лучшую музыку о Шерлоке Холмсе к фильму «Шерлок Холмс», в котором тоже был признан лучшим. Да? Ну, Дашкевич фигура уникальная, о нем можно говорить бесконечно, поэтому не стоит этого делать в рамках нашего концерта, но стоит сказать, что действительно, когда он писал эту музыку, чтобы проникнуть в настроение Лондона, в настроение Англии, которая изображалась и в романах Конан Дойля, и, соответственно, в сериях фильма, он долго думал, что же может быть основой музыки, потом вдохновился непосредственно английским гимном, и вот то, что получилось, мы прекрасно знаем, как вот эту самую яркую, немеркнущую уже много десятилетий заставку ко всем сериям отечественного Шерлока Холмса. Владимир Дашкевич, увертюра к телефильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Исполняет выпускница Настя Лаврушина, класс Владимирова и Светланы Валерьевны и струнный квинтет. Thank you.
положительной ноте, собственно, музыкальная часть нашего концерта в концерте и завершилась, остается только, наверное, самая приятная и не менее торжественная, чем музыка, да? Потому что хочется поблагодарить, конечно же, всех, кто имел отношение к этому музыкальному торжеству, ну а после такой музыки, без сомнения, это торжество, да? Ну, в первую очередь, конечно, это артисты квинтета, которые поддерживают нас постоянно, да? Первая артистка Юлия Бушко, вторая артистка Евгения Дрезенко, Денис Доротеев, Альт, Ольга Доротеева, Леонид Алексеев, Дима, сегодня наши музыканты, браво, спасибо. Составу квинтета, от нашей музыкальной школы, от всех ребят, которые приняли участие в этом концерте, от всех преподавателей, пожелать вам творческих успехов, обязательно надеяться на дальнейшее плодотворное сотрудничество в следующих учебных годах. Вот, музыкальная школа благодарит Ирину Значкову. Благодарим Евгению Довыденко. Пожелать им дальнейших творческих успехов.
Ну и пригласить их вернуться на свои места. А сейчас я соображу, да, потому что у нас вот такое мощное движение. Ну, опять же, заочно благодарим нашего уже упомянутого мною автора большинства переложений, которые звучали сегодня, Полину Викторовну Крышин. Ну, она к нам очень сюда рвалась, но тут уже, так сказать, обстоятельства приятные, обстоятельства жизненные, потому что Полина Викторовна не только новую жизнь старым произведениям умудряется давать и сочинять новое, но у нее было приятнейшее событие буквально вот несколько дней назад, 14 числа, если не ошибаюсь, у Полины Викторовны пополнение в семействе. Ну вот, так что можно поздравить. Я через каждый не дошла в музыкальную школу, может быть, вот, нового музыканта. Вот, так что, наверное, на этом мы благодарим еще раз комитет и отпускаем музыкантов, чтобы их не задерживать. А у нас еще небольшое торжественное дополнение уже в смысле.